Хэштег «Сержант прав». Пользователи социальной сети Инстаграм неравнодушны к судьбе конвоира, который избил подозреваемого в педофилии, запустили флешмоб. Ролик запустила жительница города Сатпаев. Женщина записала видеообращение к другим пользователям о том, что она запускает флешмоб в защиту сержанта полиции Сатпаева. Добрый день, уважаемые пользователи Инстаграм. Я запускаю флешмоб в защиту сержанта полиции город Сатпаев. К сожалению, я не знаю имени этого парня, который поступил в первую очередь как человек, а не как сотрудник полиции. Сержант прав. Видео с избиением вызвало общественный резонанс среди казахстанцев. Большинство жителей города Сатпаев встали на сторону молодого полицейского, который несколько раз пнул задержанного в области паха. После появления в сети видеообращения активно начали публиковать фото и видео со словами поддержки в адрес сержанта. По словам многих из них, они поступили бы так же. В своих постах люди просят поддержать конвоира и восстановить полицейского в должности. Город! Полицейским бусатнысыр. Ол мен сақты кішіне балаға көмектесті. Бізге көмек керек. Ол бізді қорғау керек. Однако есть и другие мнения. Некоторые люди считают, что есть соответствующий закон и служебная этика, которые не допускают такого поведения со стороны стражи порядка. Ведь они должны действовать согласно этическим нормам. Я слышал происшествие, считаю это ужасно. Этого сержанта можно понять, ведь он действовал как человек. Однако считаю его поведение непристойным. Ведь он работает в правоохранительных органах и должен соблюдать этические нормы. Я считаю, что он поступил неправильно, ведь у нас есть своя конституция и правила. В любом случае, он показал свой непрофессионализм. Я считаю, что так поступать не должны стражи порядка. Напомним, 5-летняя девочка из города Сатпаев Карагандинской области пропала 23 июля. В полицию о пропаже ребенка заявил отец. На следующий день стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил 5-летнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. Позже в сети появилось видео допроса мужчины, на котором один из присутствующих полицейских избил педофила. Той же ночью, 24 июля, стало известно, что конвоир Руслан Шалмагамбетов был уволен и взят под стражу. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти и должностных полномочий». Асель Сазамбаева, Жасулан Мукулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский.